Ну, что касается многополярности в нашем мире, нельзя не отметить, что весь мир просто устал плясать под американскую дудку. И вот это диктаторство, которое пытается быть постоянно от лица Америки, это всем уже порядком надоело. Каждый пытается быть более-менее самостоятелен от доллара, от зависимости в экономическом плане. И это понятное дело, потому что каждая страна стремится быть свободной и независимой, но не всем, как России, это удается.